Всем привет! Анни Лорак показала свою маму, которая отдала ее в детстве в интернат. Будущая звезда была третьим ребенком в семье. 41-летняя украинская певица Анни Лорак нежно поздравила свою маму, 72-летнюю Жанну Ленькову. Звезда поделилась совместным снимком с мамой. Анни Лорак запечатлена в алом мини-платье, а ее мама выбрала более классический наряд, который она дополнила жемчужным колье. Спасибо нашим мамочкам за жизнь. Быть мамой – это большой труд. Будьте здоровы и любимы, наши ангелы-хранители, трогательно написала певица в своем инстаграм. Певица родилась в Черновцах. Будущая звезда была третьим ребенком в семье, ее родители расстались, а Жанна Васильевна не смогла справиться с детьми, и она приняла решение отправить их в интернат. Каролине было очень непросто в детстве, но она смогла простить свою маму и не держать на нее зла. Исполнительница поддерживает теплые отношения с родительницей и старается сделать все, чтобы ее собственная дочь София получила достаточно материнской нежности и любви. Поклонники присоединились к поздравлениям в комментариях. Спасибо Жанне Васильевне за такую дочь. Каролиночка, спасибо за фото с мамой. Любим вас. Какая красивая фотография. Какая прекрасная мама. Здоровья ей крепкого. И вас с праздником, Каролина. Очень красивая. Крепкого здоровья вашей маме. И так далее. Писали и писали фолловеры. А с вами был канал Гарик Талисман ТВ. До скорых встреч. Пока-пока.